Я считаю, что чемпионом станет ЦСКА. Путь развития, который избрал этот клуб, мне импонирует. Команда за год, как мне представляется, существенно выросла. И совершенно очевидно для меня, что это будет борьба за титул в каждой линии у армейцев. Есть лидер, безусловно, есть куда добавлять, есть кому предъявить претензии, но состав достаточно качественный и, что самое важное, амбициозный и растущий. Есть люди, которые уже знают, что такое чемпионство, знают, что такое вкус побед в Лиге чемпионов и что вообще такое игра в Лиге чемпионов. Поэтому, безусловно, это немножко я выдаю желаемое за действительное. Я понимаю, что у чемпионата есть явный фаворит «Зенит», но тот вектор, который избрал ЦСКА, мне нравится, и я ставлю на ЦСКА. «Зенит», и для меня это не вызывает никаких сомнений. Я думаю, что питерцы вернулись на трон российский всерьез и надолго. 2-3 года, возможно, гегемония продлится, потому что финансовых проблем клуб не испытывает, состав постоянно чистится с одной стороны и с другой стороны усиливается. Тренер Симак, на мой взгляд, продолжает расти. Ну, в общем, я не вижу причин, по которым петербуржцам не повторить свой успех предыдущего сезона. Наверное, на этот вопрос можно было бы ответить, посмотрев матчи хотя бы 2-3 первых туров. Вот, потому что видел в межсезонье одного какого-то фаворита не назову. Наверное, несколько команд будут бороться за место в первой тройке. Ну, это, безусловно, «Зенит», наверное, «Краснодар», «Локомотив», «ЦСКА» и «Спартак». Наверное, примерно вот это количество команд. Соответственно, кто-то из них станет чемпионом. Ну, я думаю, что на сегодняшний день вижу три команды с разным уровнем потенциала, вот, которые, скорее всего, поборются за золото. Ну, перво-наперво это «Зенит», обладающий громадным ресурсом. Ну вот, во всех отношениях, и финансовом, и возможностях укрепления состава, и так далее, и так далее, и поддержки. Вот, и уже эта команда попробовала вкус чемпионства во главе с Симаком. Сергей Богданович, я знаю, еще по совместной работе в сборной, исключительно целенаправленный человек, абсолютно точно знающий, что он умеет и чего ему не хватает. И уже однажды выигравший чемпионство, а как сказал Олег Иванович Романцев, тренер, который хоть один раз выиграл в России чемпионство, может считать себя профессионалом с большой буквы. Вот. И еще есть две команды вполне боеспособных. Вот. Я бы их не стал бы ставить на одну конкурентную ступень. Вот. Это команды Семина, «Локомотив», который продолжает удивлять умением находить какие-то потрясающие внутренние резервы, несмотря на потери. Вот. Показывать в целом стабильную игру, умение добиваться того, что нужно. Семин еще не оглашал задач, как и руководство клуба, но думаю, что задачи самые высокие стоят. Это Лига чемпионов, а в роли ли победителя отечественного чемпионата или нет, то это уже вопрос второй. И еще одна команда ЦСКА, в которую продолжаю верить, поскольку есть Гинер, есть Гончаренко. Вот, люди абсолютно профессиональные, доказавшие в прошлом году на полном безрыбье умение создавать команду, играющую и способную бороться. Что касается Краснодара, то пока это лишь обещание и в плане игровых кондиций, и в плане обретения опыта. Вот. Думаю, что
этот клуб в состоянии быть в тройке.